Да. Красота. Перепугал Мирку. Красота какая. Но никогда так обильно не цвела ленкоранская акация, как в этом году. Просто даже от цветов, я для чего снимаю этот ролик? Даже цветы и то несут какую-то нагрузку, как плоды. Вот бывает, яблони тоже ломают ветки, когда обильно цветет, ну и потом урожай. А здесь, а ну, Сереж, покажи, какая ветка обломилась. Смотрите, вот она. Видите, пришлось удалить, вот. Так что она вот сюда, прям в озеро упала и чуть Марсика не придавила. Марсюшка, да ты как Марсик, бегемот? Залез, глянь. Марсика не было в тот момент? А если бы был бы? Заикой был бы, вылазь. Заикой. Ну, вообще-то и так неблагословен этот Марсик. Марсик. Пошел обтираться. Чем ты его хочешь там? Какую? Семечку. От чего? А, семечку твою. Иди. Пошли. Я тебе уговаривать должен. Серега его подкупает все время семечками. Ну а ветку какую обломила, сейчас пойдем покажем. Пошли. Ну, смотрите, сколько цветов, видите? Никогда такого цветения не было. Вот. Прям гроздями. Что, ты его скупать хочешь, да? Да, это там. А, ну да. Он там в листьях. И Мирку тоже толкани. Мира, иди. Больше никого нет. Рада, она не дается. Это если только вы. Рада? Иди, Радочка. Ты не даешься к Сереге, да? Она и ко мне особо не дается. Вот так вот. А купаться будем? Будем? Да, я придержу. Иди. Серега тебя сейчас купает. Да, бери, бери. Во. Иди. Марсик, ну пошли, покажем ту ветку, которую пришлось сегодня удалить и унести на мангал. Пошли. Жалко, конечно. Ветер еще, видите, и повалил ветку, обломил ее. А еще бывает, знаете, когда дождь намочит листву, и ветки становятся тяжелыми, и в это время ветер поднимается и ломает. Посмотрите, гляньте, такие листья, какая парусность. Смотрите, что происходит. Вон, ветки лежат на земле. Вот пришлось, видите, на мангал отнести. Жалко, конечно, высохнет, но тогда сожгем. Да, такие вот издержки в саду бывают. Ветер, дождь, непогода, ветки ломает. А мы потом костер жгем. Это как погребальный костер для ленкоранской акации. Бывает и такое.